обладательница звания мисс эпатажный перформанс всех времен и народов. Дамы и господа, вот теперь бурные аплодисменты, потому что это Надя Малышка! Добрый вечер! Ну что же, я немножко повела этот прекрасный фестиваль, но хочется отжига! Я очень люблю выступать, и я хочу вам показать свою песню «Танец страсти», которую я хочу исполнить совместно с горячим латинским мачо. Эдвард, можно тебя попросить? И стульчик, пожалуйста. Так, нам да, теперь нужен будет сейчас стульчик. Нет, Эдвард, этот не выдержит, этот не выдержит. Ну, знаешь, малышку, мне кажется, выдержит не то, что стульчик, даже табуреточка такая, походу, ее выдержит, потому что там все 42 килограмма живого веса, ветром сдувает бедолагу. Она все время пятачки себе в каблучки подкладывает. Итак, моя композиция называется «Танец страсти». Будет, как обычно, полная импровизация, но я надеюсь вас порадовать этим испепеляющим танцем страсти. Лишь только выгоду преследую. Сейчас мне не важно, что с тобою наступил тот час. Я увлечена игрою, лишь холодный блеск в глазах моих сверкает, и уверена, что тебя привлекла странная игра. Кто быстрее сможет даться, кто же победит, сможет вовремя расстаться. Так, вперед, вперед, я танцую. Но теперь не верю я, это только ход. Заманить меня в ловушку, вычислю его. Станешь за моей игрушкой, ты уверен, что мне ближе без боя. Но как попадешь к концу боя, я уже давно до конца все просчитал. И мне все равно, все сдавайся, я сказала так. Вперед, вперед, я танцую танец страсти, оглушая бьет звук сирен моей ты власти. Так, давай, давай, оторвемся в эйфории страсти ураган, разбудим мои стихи. Так, вперед, вперед, я танцую танец страсти, оглушая бьет звук сирен моей ты власти. Мне не важно, что Yeah.
Эдвард Тосунини и Надя Малышка, дамы и господа. Вот вы знаете, на самом деле, после этого выступления феноменально... Спасибо! Надюш, ты знаешь, после этого феноменального твоего выступления я, знаешь, никак не могу не сказать эту фразу «Теперь я видел все».